А вы знали, что эликсир молодости – это не такая уж и выдумка? И у вас теперь есть возможность это проверить. Возьмите 100 мл лимонного сока, 50 мл оливкового масла и 200 грамм меда. Сорт меда выбирайте на свой вкус. Смешайте все эти компоненты до однородной массы, и эликсир молодости готов. Принимайте его натощак по 1 чайной ложке в день. Помимо того, что употребляя это средство вы будете молодеть на глазах, у вас улучшится цвет лица, заблестят по-молодецки глаза, разладится кожа. Вы также избавитесь от запоров, если таковыми страдаете, и никогда не узнаете, что такое склероз. Если эта информация была вам полезна, поставьте лайк, оставьте свой благодарственный комментарий и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не потерять нас на просторах интернета. Всем пока, до новых встреч, крепкого вам всем здоровья и мирного неба над головой.